Ребят, всем привет. Меня зовут Андрей, вы на канале Underplay. Продолжаем с вами проходить Shadow Tomb Raider. Так что устраивайся поудобнее, заваривайся пельмешки, наливай чаёк и погнали смотреть. Так, в общем, в прошлой серии побродил я тут после прохождения еще походил по разным локациям, пособирал всякую дребедень, ерунду, чтобы на прохождение не тратить на это время. Прошел одну гробницу и сразу хочу сказать, что если ее записывать в прохождении, проходить эту гробницу, она где-то занимает, наверное, целую серию, потому что гробницы реально очень сложные, очень тяжелые. Поэтому, если вдруг кому интересно будет, я могу заморочиться и записать все гробницы, то есть в одной серии, как они проходятся и что там делается. Так, куда нам надо? Угу. Так мы же вроде приходили оттуда. Насколько я помню, из предыдущей серии. Мы заходили, просто вышли с другой немножко стороны. И поэтому. Ну, не знаю, посмотрим сейчас, что это такое. Я думал, сейчас это заглючит, если честно. Ну да ладно. Пойдем смотреть. Сюда же нам, да, сюда. Иона? Мы внизу. Вы внизу? Так, подожди. Нет, я здесь. Я не помню, чтоб я здесь проходил. Запись идет, все нормально. Так, что это у нас? Это фреска. От жизни к смерти, от полнолуния к новолунию, этот храм служит стражем Серебряного Ларца. Слушай, по-моему, читал. Потому что мы пошли наверх, и я так... А что ты медленно идешь-то? Шевели это. Мы пошли наверх. А здесь у нас еще, оказывается, пролом, это уже похоже. Иона у нас тут немножко похозяйничали, ни хрена не видно. Сами говорят, нужно не ломай. А вот, вот тебе, собственно, здравствуйте. Вы были внизу? Мы ждали тебя. Как думаешь, что там? Хз. На фреске были испытания. Опа! На себя. Кажется, слушай, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там. На себя-то тянешь. У тебя же есть там мачете всякое. Можно же парочку этих. Они же по-любому деревянные же, наверное. Можно же перерубить и зайти. А все эти условности опять вот. Здравствуйте, там что, вода? Нет, не вода. Там хрень какая-то. Очередная. И нам надо вниз. Я так понимаю. Ладно, что, прыгай. Если ты такая смелая. Так, сразу осмотрим, что у нас под водой спрятано. От глаз. Ну, я так понимаю, нам надо нырять. Да, она вот сама даже нырнула, я даже ничего не нажимал. Ты поторопись-ка бы, наверное. Все-таки не с аквалангом плаваешь. Ой, капец. Я бы хрен полез, вот честно. Потому что тут можно застрять, как нехрен делать. Лара, быстрее! Быстрее, вон пузырьки уже с воздухом. Быстрее, бля. Плыви. Все хорошо. Восстанавливаем дыхание. Бля, ты долго тут плыть-то, Ален? Блять, ходов, выходов в целую кучу. Куда? Еще пузыри вижу. Так, это у нас что, кармашек? Отлично. Я просто думал, тут это, лутануть попробовать. Посмотреть, так сказать. Что у нас здесь? У нас тут много чего. Давай. Опыт копим, собираем обязательно. Вон, кстати, рыбки вон плавают, вот эти вот дикие.
Я, кстати, там очков навыков много насобирал, но я их еще, если честно, не прокачивал. Потому что 5 или 6, по-моему, насколько я помню. Вон выход уже, я вижу. Или мы оттуда приплыли, подожди. Не-не-не-не-не, туда-туда. Туда. Туда, что ли, реально? Можно было бы уже, наверное, задохнуться. На самом-то деле. Чё дальше-то? Куда, блин? Вверх, что ли? Там нет ничего. Алло, куда там выныривать? Так, спокойно. Тихо. Еще раз. Дурдом. Оттуда мы приплыли. Или нет? Я уже, блядь, путаться начинаю. С этими, со всякими водной этой херней. Нет, судя по всему, если Мурена плавает, сейчас мы на нее как раз, наверное, наткнемся. Да уйди ты со своими карманами, я карту смотрю. Дыши. Все-таки, как я уже ранее говорил, могли бы ей, конечно, сделать трубку. Трубку дышать, там, не знаю, акваланг дать и прочее. Зачем вот эти вот, не знаю, нервики вот эти нужны? Опа. Это что? Путь в тайный город. Хрена себе, масштабно. Иона, я оказалась в какой-то пещере. Судя по всему, тут были люди. Иона? Да не ловит здесь у тебя. С чего тут были люди? Ты думала, с чего сюда такие выводы делаешь? Сейчас пойдем и все узнаем, что здесь было. Что было, а что не было. Так, давай. Не промажь только. Мне не нравится, как она в этой части цепляется за предметы. Ее постоянно куда-то отшвыривает. Вроде прыгаешь в одну сторону, она летит совершенно. Иона, если ты меня слышишь, я у первого испытания. Паук. Я заберусь наверх. Нет места. Ничего не могу взять. Что еще за испытание? А это что, подожди. А, это просто, я думал, там можно повернуть куда-то. Капец, ну если это испытание, то некоративный минерал, добавить из нефритовых жил, можно продать торговцам. Хорошо. Лучше бы какой-нибудь навык, конечно, дали. Полезнее бы было, наверное. Если это опять какое-то испытание, как я говорил, здесь гробницы очень, бляха-муха, замудренные и большие по сравнению с предыдущими частями, то, блин, я боюсь, что это может затянуться надолго. Так, значит, что значит, мы правильно куда-то вышли? Зацеп за скалы. Бросьте ледоруб, в прыжке нажмите треугольник, чтобы... Квадрат, блядь, чтобы зацепиться за... Ой, куда? Ты что творишь-то, ну? Ладно, давай. Нет, тут надо это... А что ты не опускаешься-то, алё? Это вся длина твоей веревки, что ли? Куда? Ну вот. Блядь, как качаться? А, подожди, залезь чуть-чуть. Чуть-чуть залезь, а то ты не допрыгнешь докуда. Нам хотя бы зацепиться надо. Я уж не говорю о том, что туда вылететь прям. И опа! Хорошо. Что еще за паук? Испытание орла? Невероятно. Путь в тайный город. Иона, я у следующего орла. Испытания. Орла.
Мне кажется, оно как-то связано с ветром. Я двигаюсь дальше на запад. Сейчас спускаюсь вниз. Тут подземная река. Вы решили сразу исследовать несколько мест, что ли? Я сомневаюсь бы, что Иона прошел бы это испытание орла. Так, Лараги, здравствуйте. Ничего больше нету. Окей. Что ждет в конце всех этих испытаний? Надеюсь, что тайный город, но что еще? Так. Ответы. Я надеюсь найти ответы. Тут я неожиданно обнаружил треуголочку. Я думаю, ее когда прокачаешь, она будет вообще бомбезная просто. А что там значок YouTube нарисован? Это что значит? Так, а что у нас с одежкой? Мне вот что-то прикид ее не совсем нравится. Надо бы что-то, конечно, поинтереснее бы ей придумать. Так, 7 очков у меня, я же говорил. Так, это что мы получили такое? Так, ускорение восстановления здоровья. Что у нас еще есть? Требуется меньше ресурсов для восстановления костюмов и фрагментов. Это пока нам что-то не очень горит, если честно. Это власть орла увеличивает шанс нахождения редких животных. Это что такое? Отображает ловушки в режиме инстинкта выживания. Это да, вот это вот, пожалуй, хороший навык. Это пригодится, потому что их здесь напичкано очень много. Что такое? Инстинкт выживания длится дольше после того, как, ну это понятно, тоже 2, да, стоит. Это что? Повышение сопротивляемости урона, наносимого противниками на короткое время после лечения в бою. Даже не знаю, что-то я. Это что? Чарование ворона. Более выгодные цены на торговцев. Где-то что такое? Открывает доступ к большим сумкам и подсумкам торговцев. А есть, чтобы я с собой больше мог таскать? Повышенный шанс вернуть стрелы при обыске врагов. Добавляет возможность стрелять сигнальными патронами из любых пистолетов. Блин, я, честно говоря, не знаю. Стрелы приманки какие-то. Трупы ловушки. Так, это у нас гробницы, да, судя по всему. Ускорение полностью натяжения тетивы и сокращение времени между усилиями и выстрелами. Давай качнем. Так, а это открывает улучшение оружия следующего уровня. Тоже, да, тоже качаем. Ну вот, собственно, навыков как и не бывало. Все, пойдем. Нам надо хотя бы за эту серию пройти. Вот это все третий день. Нет места. Тут... Ничего не могу взять. Испытание орла. Потому что, мне кажется, далеко не все так просто. Я сейчас быстренько вот здесь вот побегу и посмотрю, что у нас тут есть. Потому что не зря, мне кажется, вот это ответвление сделано. Потому что нам в любом случае наверх. Нам с тобой. Что читай? Мир вокруг них начал рушиться, и люди решили отправиться в путь. Артефакт, доверенный им, призывал их идти на юг. Ну, на юг, значит, мы с тобой тоже на юг сейчас пойдем. Ага, тайничок. Я бы не заметил, но жестко просто начал игрировать. Компания завершена, исход. Прикольно. Серьезно? А, это у нас же другая локация. Здесь у нас один документ, одна еще фреска. Один документ и одну фреску надо найти. Ладно, пойдем. Наверх, значит, наверх. Сюда же, да, куда? Пора. Бери тебя. Нет, не сюда, что ли? А, подожди. Надо, наверное, прыгнуть откуда-то. Да. Могла бы и так, в принципе, зацепиться, как она это умеет. Ну, блин. Столько столетий прошло, а она до сих пор стоит. Она стоит, пока ты к ней сейчас опять-таки же не прикоснулась. А вот это что-то. Потому что у нас, как выяснилось, ко всему, к чему прикасается у нас лара, это у нас почему-то всегда ломается. Либо она сама ломает, либо, ну не знаю, как-то так. Ч,
Хорошо. Я не знаю, правильно я говорю? Если повернуть, то получится лестница. А лестница куда? Еще наверх? А как ты его повернешь? Подожди. Здесь же нет у нас ни крутилок, ничего такого. Надо найти, где запустить механизм. Я что-то пока... Ну, я вижу примерно синим помечено. Я что-то пока не особо понимаю. А, вижу. Что, обратно, что ли? Пойдем наверх, сходим, посмотрим, что у нас там есть. Если мы до туда нам с тобой допрыгнем. Потому что что-то вот этот как-то спуск вниз, он, мне кажется, что-то не зря сделал. А здесь ты... Подожди. Нет, 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 нет. Все-таки нам надо... Подожди. Чтобы подняться, надо спуститься. А вот это вот... Нахрена вот эта вот хреновина нужна? Для стрелы. Вот что мне интересно. Чтобы подняться, надо спуститься. Ну, пойдем. Чего сразу-то молчал? Вон туда вниз. Блять. Чтобы подняться, надо спуститься. Пошли. Спускаться. Чё ты, блять? Напрягает она меня что-то. Что-то в этот раз. Пойдем. Еще ниже. Серьезно? Это похлеще еще, чем гробница даже. Потому что в гробницах там примерно такая же всякая ерунда. Надо голову ломать, гадать, что, как, чему. А нам? А, ну все, я примерно понял. Сейчас надо будет в центре вот этой ерундени там есть. Что, куда дальше? Есть. Куда веревку зацепить, я так понимаю, а куда ее цеплять, это находится ерундень на улице у нас. Собственно, вот там сейчас хуза. Ну, это я так предполагаю. Так, хорошо, подожди, а сейчас так начался? Давай. С разбегу. Давай. Отлично. Тут главное не упасть. Надо соединить лебедку с центральной колонной. А я уж понял, я тебе про это и говорил. Потому что если еще упадешь вдруг... Многообещающе. Да, она провалась. А, все, хорошо, вижу. Ну что ты тупишь-то стоишь, блядь? Могли бы с одного раза сейчас запрыгнуть. Давай, опа. Слезь, блядь! Так, как это, блядь? Что за вещь? Цирковые номера здесь. Я думаю, это... Тихо. Не залазь. Нас шибет нахрен. Залазь. Есть. Блин, как это сложно. А, здесь мы были, да, получается, с тобой? И чё? А, понял. Погнали. Сейчас это должно быть. Пока сюда не залезешь. А, нет. Нам надо опять что-то делать. Что-то будем. Ладно. Ладно, теперь повернуть эту лестницу как первую. Сейчас попробуем. Еще паруса. Так, а если я туда прыгну? Здесь-то потому что навряд ли мы туда с тобой попадем. По этим она навряд ли залезет. Это так, чисто декорации. Вот сюда вот можно прыгнуть. Замудрили, конечно, разрабы. Долго придумывали, наверное.
Что ты делаешь? Почему сегодня такая напряженная серия? Просто не знаю. Нужно как-то выбраться. А это что? Сейчас сломаем с другой стороны. Бляха, ну как знал, что они тут не все так просто. Надо тут еще моменты выгадывать. Погнали. Быстрей, 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 быстрей. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Повезло. Надо опустить эту преграду. Чуть по жопе не проехала. Преграду опустить. Ладно, пойдем. Что у нас тут? Ни записок, ничего у нас тут нет. Так. Надо, наверное, вот это вот соединить вот с кем. Вот с этим. Нет. Что-то тут делать надо. Блин. А кто у нас что здесь делает? Да, серьезно, вот так вот руками прям? А что? Где-то тут у нас должна быть ручка. Ручка вот какая-то, ручка-приколючка. Я уже, может, с тобой уже. Может так сработать. Ну-ка, давай попробуем. Опа. Хорошо. Лебедка не выдерживает усилия. Нужно найти другой способ придержать дверь. Тогда вот к той. А до той бежать очень долго. Ну-ка, давай так. Центральная, скорее всего, вот эта хренодень с веревкой. Блядь, ну... На джойстике, конечно, колется такое себе. Да, держится. Да. Центральная вот эта, я думаю, это ее, да, вон к тому центру цеплять. Ну, пока все довольно просто. Хорошо, теперь лестница повернется. Так, а нам куда? Ага, вижу. Ти-ти-ти-ти. Ага. Погнали. Уходи, 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 уходи. Я думаю, это вот так как-то работает. Нет? Серьезно, что ли? Я думал, там проход есть наверх. Че я? Опять не туда? Не туда, что ли, зашел? А, вот что. Да. Че? Че они туда нас ломают? Надо искать другой путь. Нет, это... Это тихо стоим, спокойно. Стой, 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 блядь! Давай, 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 давай. Тихо. Тихо. Нам надо прыгай наверх. Спокойно, спокойно, спокойно. Такая, ну, не сказать, что она прям, что знаешь, такая сложная. Надо тут, в общем, делать все продуманно и быстренько. Сколько там? Еще будем что-то надувать паузу? Надо продолжать подъем. Нет места. Ничего не могу взять. А так? Тоже не берет, прикинь. Еще один подъем. Сейчас, подожди. Тут тихо-тихо-тихо-тихо, Марка. Приток не падает. Тут, наверное, все дальше. Ага, ага, я понял. Нам наверх. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А как нам? Надо же это. Сюда, что ли? Подожди. Нет, не сюда.
Нам надо вот на ту хреновину запрыгнуть. Что-то мне кажется, что она отсюда... Куда ты, блядь? Тит, твою мать. Еще один подъем. Что-то не совсем... Я понял, конечно, куда надо. Нам надо наверх и вон туда. Прямо, мне кажется, это быстро надо делать. Тут не получится. А вот здесь... Ну-ка. Да-да-да-да, давай-давай-давай. Красота. Ну, собственно, вот почти и все. Хуракан. Лицом к лицу в посвященном тебе храме. А это нам вот сюда вот надо, да? Вниз. Арка вниз. Блин, заморочен. На самом деле. Тут ничем не шибет. По сраке повыше. Осторожно. Серьезно, там, наверное, надо было это. Выгнать момент. Да, когда он повернется. И тогда прыгать. Что, повисим пока? Осторожно. Я думаю, сейчас вот еще раз. И да. Черт! Нет, давай, давай, давай. Ты чего? Лара, ты блядь, второй. А что делать-то надо было, блядь? Опять. Херню какую-то понаделали. Осторожно. Да иди ты в задницу. Осторожно. Чего там, блядь? Куда там прыгать, непонятно будет. Но сейчас все равно скрип начнется, поэтому. Черт! Все, давай, меня это уже больше не напрягает. Меня больше напрягает то, куда-то. Ну, там наверх куда-то бежит, тут на доску, блядь. Вот, блядь, с первого раза ты не могла так сделать. Иона, я прошла испытание орла. Кажется, я приближаюсь к тайному городу. Ты прошла, это я прошел. Я и ты испытание орла прошли. А ты так на косячил больше. Все, что ли? Тут фреску у нас. Дайте хоть это. Скажи мне, я тебе скажу. Очко навыка какое-нибудь или опыт там. Пайтити процветает под пристальным взором Иская Евара и его совета. Город растет. В нем строят храмы. Жители города живут в достатке, мире и спокойствии. Классно. 2-2. Где-то документ у нас еще лежит. Где-то еще лежит документ. О, ни хрена это. Мы куда двигаемся? К вулкану? Правда, до него еще хреначить очень-очень много. Документ главное не просрать, я потом не хочу, мне неохота будет потом сюда возвращаться из-за одного документа. А хочется пройти арку полностью, потому что вторую часть я ее как-то не полностью прокачал, а хотя очень хотелось. Что, ныряй. Такс. Куда? Подожди, вот сюда. Так, и чё мы? Сейчас, куда мы вылезем?
Ты, по-моему, в этой серии по сюжету как-то не особо куда-то далеко мы ушли. Сильно я говорю, тут очень долгие вот эти вот подобного рода испытания, которые очень много времени отнимают. Особенно если когда Лара еще троить начинает, что у нее не с первого раза там все получается. Вот это прям вообще беда. Где? Пока все там же. Тип, твою мать. Это что такое? Иона? Отсюда потрясающий вид. Тайный город где-то рядом. Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Иона? Все, все, пошло. Да, сейчас будем пробовать, что-то я чувствую. Что-то новенькое. Так, лагерь. Давай, попробуй что-нибудь. Навыки. Два есть. А, это что? Это двойным выстрелом. Я думаю, можно уже... Что такое, блядь? Так, инстинкт выживания длится дольше, смотрели. Надо что-то по боевым этим прокачивать. Увеличение длительности задержит дыхание под водой. Слушай, не знаю. Давай прокачаем, потому что что-то сдается мне и под водой здесь до хрена плавать. Весь город как будто под водой находится. Поэтому, чтобы она у нас не поддувалась там в какой-то... И не пришлось все это в торопях делать. Здесь-то что надо? Чего? Просто ледоруб, серьезно? Я не хочу. Блядь, это раз, два. Вот там вот три. Слушай, это надо как-то это. Это надо как-то за один раз сделать. Ладно, погнали. Блядь, не получилось. Я кнопку не стал нажать. Привет. Ах ты, черт. Хорошо. Еще. Блядь. Ну слушай, прикольно. Блядь, это еще что ли там столько прыгает? Надо быть осторожнее. Давай уже допрыгаем до куда-нибудь. Неудобно все сделано. Прыжок. Здесь оставаться нельзя. Ну так раскачивайся быстрее, это нельзя. Ну, здесь надо и кнопку прыжка нажимать, чтобы она отцепилась. И еще в это время ледоруб бросать. Сейчас рухнет. Слово, мошка такая. Да ничего не рухнет, мы уже здесь, все. Повезло. Расслабь булки уже. Неудобно сделано, можно было сделать, чтобы она сама отцеплялась. Ныряние. Нажмите X, затем нажмите круг, чтобы нырнуть. Это, подожди, это чё? Ну вот, я же говорил, где-то документ один, блядь, про это. Промохали. А где он даже? Где он здесь был-то? Он даже не помечен нигде. Что-то шумы какие-то. А это у нас испытание, да, очередное? Ладно. Да, пришли в воду, один из четырех. Красиво рыбкой вошла. Ладно, выныривай. Отлично. Блин, да что за какая херня? Вам не слышно? Что-то то ли кто-то громко разговаривает, то ли орёт, непонятно ничего. А, так, куда нам надо?
Лама? Кто это такой? Так, ладно. Все что-то ходим. Где экшон-то? Где перестрелки? Что-то она более такая, знаешь, третья часть более такая. На этом, на расслабоне, что-то никаких этих нету. Тайный город. Кажется, я его нашла. Тайный город. Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Змея с серебряным глазом? О, точно, это лама какая-то. Ладно, я не буду тебя трогать. Здесь есть что у нас? Ну, это редкое животное, но, блин, я не хочу его убивать. Так, если чисто, может, дротиками усыпить? Это можно. Так, ты это выломаешь? Да, ты посмотри, ежумар не нужен. Что это, золото? Черный порох используют для создания самодельной взрывчатки. Прикольно. Порох, значит, взрывчатая какая-то вроде бы. А эту выломаешь? А, хер там. А чё, кто? Ну, по-любому жумар нужен, да? Ага. А где его взять? Я что-то на тех локациях, я там у торговцев смотрел и что-то так, нигде его и не нашел, как его приобрести можно. Скорее всего, в каком-то другом городе. Это что? Эй! Шкура. Шкура используют для улучшения оружия и изготовления костюмов в базовом лагере. Что это за сверток? Наследие Фоссета? Вчера пришлось убить последнего мула. Он сломал ногу. Ужасная жалость. Но, кажется, я нашел то, что искал. Нашел брошенную деревню, которая просто должна быть тем самым Зет. О, как жаль, что отец не дожил до этого дня. Сегодня заночую здесь, а завтра приступлю к тщательному осмотру. Весь мир узнает, что один из Фоссетов нашел затерянный город. Что-то тут тоже, как и во второй части, искали, нашли, но в итоге так ничего и не нашли. Там какие-то звуки были. Да, вот. Что здесь? А, я вон вижу. Почти. Эй! Я туда не пойду, потому что начнется сейчас заставка. А серию надо уже заканчивать. Я сейчас посмотрю, что еще. Что здесь еще можно собрать, подобрать, что у нас тут есть. Если что, уже в следующей серии, то есть двинем уже дальше по сюжету. Потому что тут у нас как бы на карте-то тоже много всего. Озеро какое-то есть, и вот это волчана, да, какой-то, судя по всему. Интересно, а там что вообще может быть? Тут мы поднимемся куда-нибудь? Или нет? Мне просто интересно посмотреть, что здесь. Здесь очень, скажем, большая, обширная территория. Бля, только не говорю, что там медведь. Или волк. Ну я, сука, не люблю их. Какие-то они трудно все убиваемые. Ну да, там валяются кости. Да, там у нас волчара живет, я туда пока не пойду. Потом посмотрим, там вон еще одна приколюха, но мы с вами уже, скорее всего, наверное, двинем на сюжет. Хотя, ладно, время еще есть немножко, я же с автомата куда стану, подожди. А, вот ты где. Это какие-то, кто это такая? Это какие-то енотовидные собаки, что это за херня?
Это даже на волка-то не похоже. Редкой шкуры и шкуры редкого животного в базовом лагере можно создать определенные костюмы и продвинутые улучшения для оружия. Ну классно. Смотри, сколько вон ранец засранца лежит. По-любому сейчас какие-то секреты откроются. А, там склеп у нас. Все понял. Все понял. И у Лары у нас уже все. Карманы, блядь, все полные, закончились. Ничего больше подобрать она не может, к сожалению. Надо ее костюмчики ей какие-то сделать. Костюмчики, сумочки там, я не знаю. Сейчас в магаз пойдем купим. Ну, собственно, давайте вот на фоне вот этого растения мы эту серию с вами закончим. Какая-то она, на мой взгляд, не знаю, получилась скучноватая, мне кажется. Мало как-то, я говорю, мало действий, мало экшена. Может, это только самое начало, но, блин, не знаю. В предыдущих частях как-то она пободрее все это смотрелось. Ну, как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ссылки все будут в описании к этому видео. Мы увидимся с вами в следующей серии. Так что всем до встречи, ребята. Всем пока-пока.